За Павлом Шереметом не следили. В парламентском комитете по свободе слова рассказали о некоторых деталях допроса бывшего СБУшника Игоря Устименко. Его, напомню, заметили неподалеку от дома журналиста в ночь, когда была заложена под машину взрывчатка. По словам главы комитета Виктории Сюмар, в ту ночь Устименко следил за другим человеком, не связанным с делом Шеремета. Эту информацию ей сообщили в нацполиции. А замглавы СБУ Михаил Глуговский рассказал, что Устименко служил в спецподразделении «Альфа». Работал в Крымском управлении, а после аннексии полуострова был переведен в Одессу. Уволился по состоянию здоровья. Напомню, на прошлой неделе авторы фильма «Убийство Павла» нашли многих возможных свидетелей, которые были не опрошены полицией. Среди них был и экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко.